Здравствуйте, ребята, я вас приветствую на нашем классном часе «Профессиональное самоопределение». Сегодня нам предстоит путешествие по трем станциям. Вы узнаете на одной станции, кто вы по темпераменту, на другой станции вы поработаете в художественном плане, будете определять по рисункам темперамент людей и обыграете ситуацию, происходящую там. И на третьей станции вам предстоит спроектировать задачу и распределить командные функции каждому из членов вашей команды, исходя из темперамента. Итак, почему же все-таки при профессиональном самоопределении нам стоит обратить внимание на свой темперамент, знать свои сильные и слабые стороны, понимать, какая профессия может наиболее хорошо нами быть реализована. У всех есть какие-то свои особенности, эти особенности могут подходить под какой-то тип профессии, потому что, естественно, они в разных направлениях, каждый занимается чем-то разным. Программист будущий, так, запоминаем, да, потом посмотрите через несколько лет записи, сопоставите, так. Артист. Артист, ну да, отлично, как раз попал туда, куда нужно. Так, вот смотрите, какие разные, так, Аня, врач. Хорошо, кто еще готов поделиться? Филолог, юрист. Инженер. Ой, здорово, какое разнообразие у нас. Первый, второй, третий, четвертый. Все, и вот так вот. Рассказываем тебе, кто есть кто. Это понятно. И из-за чего могла возникнуть такая ситуация? Можете вернуть на прошлый раз? Да. Вы можете посмотреть и описание вашей команды, да, есть? Это вот описание. Определить, да, подписать можно прямо на листочке. И какой-то связанный рассказ. Ну, у вас есть актер, может быть, даже мы какой-то проиллюстрируем вариант будущий актер, да, начинающий актер. Как бы расписать, кто что будет делать. Понятно? Задание. Тему любую, из любого предмета взяли. Все услышали сигнал, да? Ну что, давайте, мне очень интересно узнать, кто есть кто, да, и как вы справились с заданиями. Начнем с вашей команды. Представьтесь, кто вы по темпераменту. С Варей начинаем, Варя. Сангвиник, так. Флегматик. О, смотрите, как интересно. Два сангвиника и два флегматика. Очень интересно. Так, ваша команда, пожалуйста. Я меланхолик. Да. Холерик. Вот я хотел сказать, холерик, так. Сангвиник, холерик. Да. Меланхолик. Скорее всего, он на автовокзале, и, возможно, он упустил свой автобус, из-за чего очень расстроился. День сразу пошел по плану. И тут все усугубил человек, который сел на его шляпу. И тут, так как он холерик, он не выдержал и очень бурно среагировал на это и вылил ему все свои эмоции. Которые накопились, согласна. Здорово. Второй герой, вот я, Григорий. У этого персонажа он спокойно прошел день, и он сидит на скамейке в парке и отдыхает. Но тут рядом с ним сидит мужчина,
садится у него шляпу. Но так как Григорий флегматик, он отрегнул довольно-таки спокойно и надел эту вот понятную шляпу. У Родиона идея не задался с самого начала. Он пришел в полицейский участок, чтобы написать заявление на своего соседа, который слишком громко слушал музыку. Но Родион не очень верный в себе человек, поэтому, когда он положил шляпу и обнаружил на ней толстого мужчину, он очень сильно расстроился, огорчился, и сразу у него были слезы, он начал жаловаться на свою жизнь, что вот такое ничтожество, что на него всякие мужики садятся, что все у него там шумят, и что все у него плохо, потому что он меланхолик. В Евгении там все было отлично. Мало того, что сегодня у него был день рождения, так еще и вовремя пришел автобус, и абсолютно все располагало к его наилучшему расположению в плане эмоций. И вот он сидел в парке, наблюдая за птичками, и на его шляпу сел мужчина. Он подумал, что ничего страшного в этом нет, и решил поделиться и своими переживаниями, и заботами. Черкова Светлана Евгеньевна, МАУ, гимназия номер 18, учитель биологии, самоанализ классного часа. Сегодня мы с ребятами в 10 классе проводили совместный классный час. Тема была направлена на самоопределение и выбор профессии. Цель данного классного часа заключалась в том, чтобы показать, как темперамент может влиять на выбор профессии и помочь ребятам в этом непростом направлении, в выборе своей профессии. Модель занятия была построена по направлению ротации станций технологии смешанного обучения. Значит, на занятии было три станции, на которых ребята работали в группах. Также на одной станции они разбивались на пары, на двух работали, была групповая работа. После завершения выполнения своих заданий ребята демонстрировали то, что у них получилось. Мы послушали про каждого ученика, то есть получили обратную связь о том, какой темперамент у него, и попробовали разобраться в вопросе выбора профессии, соответственно, темпераменту. Задания были разноплановые. Одно задание было направлено на определение своего темперамента. Ребята согласились, что достаточно хороший тест, правдивые результаты сопоставили с тем, что они как бы видят, замечают друг у друга. И вторая станция была связана с тем, чтобы на картинках определить, какой темперамент у людей, и составить рассказ. И третья станция работы заключалась в том, чтобы по профессиям градировать, какие профессии к какому темпераменту лучше подходят. В целом, классный час, на мой взгляд, прошел удачно. Ребята чувствовали себя свободно, комфортно, с удовольствием обсуждали этот вопрос. И я надеюсь, что вынесли полезную информацию, которую они смогут применить в своей жизни. Спасибо за внимание.